Ну, либо мне досталась сторона легкая. Так, сюда пошли? Нет, на полку можно. Сюда? Что нам привезли, Катя? Андрей, что нам привезли? Вот, стол, стул для кормления. Почему сразу не сказали? Пойдем, пожалуйста, выглядеть. Ну, в магазине, если не сказали? Да. Ну, да. Подъем был 300 рублей. Ты мне в мой кадр влез. Надо предупреждать. Ну, что же... здесь еще съемка идет. Ну, ты что не видишь, что ли, Андрей? Да видишь, это просто мои видосики. Это нам привезли детское кресло, чтобы он в нем кушал. Расскажи, как его выбирали, Катя? Ну, меня не было, когда выбирали, я ходил в машину. В смысле? Это в магазине было? Что значит, тебя не было? Ты в магазине вместе с нами ходила, в машину с тобой я вместе выходила с продавцом. Ну ладно, мы выбрали самое недорогое кресло, но самое хорошее и практичное. Потому что там были еще кресла в пупырку. Точечку, но мне не понравились. Дело в том, что в этой пупырке, в этой точечке явно будет застревать еда, со слов Андрея. Ну да, он же будет там как-то баловаться едой. Что это? Не знаю, какие-то картонные штучки. Явно не часть кресла. Для еды беленько убирается и на темненько можно играть. Ничего себе конструкция. Здоровые. А инструкции не прилагается никакой? Нет, здесь ничего нету. А в коробке бумажки? Тоже нет. Только по памяти. Нет, там нету. По памяти. А там, в принципе, что там, она что это, самая простая, уже все собрано, просто нужно раскрыть и все. Я там хоть у себя в телефоне в кадр попадаю полностью, нет? Угу. Я просто ничего. Да, попадаешь. Есть, да, инструкция? Нет. Я забыла, что вот здесь вот под клееночкой лежала инструкция. Так, поднос, зажим. Какой зажим? Это вообще-то эта инструкция? Да. Какой-то зажим. Но картонки же не могут быть зажимом. Это картонки. Какая-то передняя ось. Универсальные колеса, передние колеса, тормоза. Так, и вот сюда, что ли, втыкаются.
Вон эти черные штучки. Походу, это и есть та самая передняя ось. Покажи, куда ее спрятали. Иначе была закрыта заглушкой. Ну, российское же производство. А российское производство, да? Ну да. А я думала, нам не положили. Защелкивается? Да нет, он даже в половину попадает. Переверни с другой стороны. Видео все скажут, муж не помогает, жена научился. Себе нельзя. Слушай, давай я сделаю, да? Давай ты сделаешь. А? Давай ты сделаешь. Только аккуратно, вот здесь не сломай ушки. Угу. Подожди, тебя не видно. Со свистом уж зашла. Молодец. Все. Спасибо. Да, пальцы целы. Давай теперь заодно это поднимать. Стопчик тоже, да? Вон, шевелить? Так, ну вот. Катя собрала. Че? Креслица. Катя, говорю, собрала креслица. А, да прям, без твоей помощи же не справилась бы. Я еще колеса не поставила. Нанотехнологии. В нашем детстве были деревянные. Скажу, у кого-то железные были. Так, сейчас я вниз опущу, попробую вот этот колеса что-то. А потом будем сам стульчик еще это раскладывать, закладывать. Так, у нас должна встать куда-то ось. В инструкции написано про ось. Вот туда вставлять сюда? Да. А, это же на что колеса, по-моему, да, вот эти. Да. Так, у нас какого размера то колеса? Передние до большие. Вставляется колесо? Да тут его знаю, сейчас попробуем. Да вроде бы да. Тут какой-то штырь, который меня немножко смущает. Поднимай. Кого? Ну, систему, чтобы посмотреть, работает ли это или нет. Она именно вот так стоит, в таком положении.
Все работает. Сейчас, секундочку. Вон оно что. Блокиратор, да, это не вставляет туда в паз. Ау-ау-ау. Палец. Объясни, в чем была проблема. Тут четыречки торчали. По факту это тормоз, тормоз передних колес, то есть вот они не крутятся. Они вот так должны, собственно, быть. Вот. Задние-то они всегда действуют, передние. И вот здесь есть белые кнопочки. Вот такие, на каждой ножке. Нажимая на них, можно двигать. Штуречек там как раз этот позволяет колесу двигаться. Когда отпускаем, вот они блокируются. Это для того сделано, чтобы ребенок сам не, ну, грубо говоря, там ногой оттолкнулся и поехал на этом стуле, да? Чтобы такого не было, вот есть один стопорам здесь. Тебе нравится стул? Я еще не поняла. Да нет, ну, учитывая, что из того, что мы смотрели, это самое адекватное, есть вот оно положение. Да, вот такая вся максимальная. То есть у нас ребенок пока не сидит, то есть это вот такое лежащее состояние. Вот, пожалуйста. Вот так он будет располагаться. Потом эту подложку можно убрать. Ну, ее в любом случае нужно будет убрать, постирать. И обратно ребеночка можно здесь располагать вот. Чтобы не было нагрузки на замочек. Попробуем столик поставить. Давай. Не своими ногтями это делать. Просто одевается. Нет. Здесь должен быть какой-то подвох, понимаешь? Полюбался. Расскажи, где эта секретная кнопка. Подожди, у меня что-то застряло. Все работает. Это слабаков, да? Вот это вот, когда покушал, убрали, можно здесь играть с игрушками там тролля. Потом она обратно на защелках ставится. Еще каким-то образом эта канитель должна ставиться на заднюю часть, на задние ножки. Для чего? Ну, если, допустим, не нужно это, на данный период времени тебе столик не нужен, ты его просто сзади убрал и все, зафиксировал, как бы он тебе не где-то там валяется, не там больше. На магнитах, что ли? Нет, там у него пазики есть. Вот. Ага. А здесь они вставляются. Все.
дана технология. То есть нужно себя зажимать, чтобы подвинуть. Ну, передние колеса, да. Задние, по факту. Слушай, ну как раз вот это, наверное, единственное, что бы я и сказала минусом. Передние колеса никак, они только прямо. Это задние могут вертеться там как чего. Угу. В этом случае надо немножко приподнять передние колеса. Угу. Наверное, вот в этом и есть минус, я бы сказала. Ну так вполне надежно выглядит. Не, ну да. Не будет, как в дырочку есть сиденье, не будет здесь забиваться в дырочку в эту грязь. Потому что дети как едят? Вот так едят, да? Поэтому здесь хотя бы... Я думаю, что мы сейчас будем без столика его пробовать сажать, правильно? Конечно. Ложить. Да, чтобы просто сидел, смотрел у вас. Все, собрали. Катя, молодец. Какие были нюансы? Где? В кресле, куда собирала. Все было идеально. Я не знаю, какие нюансы. Ну, кнопочки всякие, не сразу же понятно, где какие. Ось спрятали, которые не сразу тоже было понятно. Не знаю, тебе, наверное, со стороны не было, какие были нюансы. Что нам еще привезли, кстати? Автокресло до 36 килограмм. Оно на 360 градусов крутится. Его распаковку надо отдельно снимать. Угу. Вот эта фирма называется Rand. Очень, кстати, классная фирма. У них много всего было. Мы взяли еще вместе с автокреслом чехол, в общем, там на сиденье крепится такая стеганая штучка на спинку и на сидушку для того, чтобы креслом никаким образом не травмировать, не повредить само сиденье автомобиля, если это кожа, особенно если это кожа. И взяли защитный чехол на переднее сиденье, когда он уже будет от годика там сидеть ножками, там, ну, лицом вперед и ножками всякое там пачкать переднее. Сиденье. Да. Вот. Поэтому взяли вот такую классную штуку. Угу. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки. Да. До новых встреч. Давай поближе к этому. Серьезно, не делай. Если мне встать. Можно ловить? Да, сейчас я пойду. Сережа, только при детях у вас плохо отзывается. А ну когда как? Их нет, он о вас даже не вспоминает. Он тебе как? Совсем, конечно, интересно. А что ты обо мне говоришь? Как царь, маленький царь. Воспитывайте на сами своих детей. Ну сбросили сюда стариков и радость. А это повыше не становится? Идешь, или так оно должно быть? Кто? Ну под головку, ненормально. Ума, это, вот это тряпочное нет. А виноват, чувствую себя я. Хотя я победил. Ну как, ему нравится? Что-то я не поняла. Он не любит пристегнуться, может, это точно? Ну, нужно пока мы с ним поговорим. Я не думаю, что он убежит. Убежит, станет, блядь. Вот так. Мы тебя не затягиваем. Хотя надо. Стюарт! Стюарт! Соску сейчас принесу. Ну как-то. О, все, начинается. Может, это из-за света? Давайте я его убавил. Я убавил свет. Аполлон. Все? Отлично. Супер-пупер. Можно еще медведя на него сверху положить или жирафа, да? А где он? Медведя есть. Ну, может, жирафа. Я вообще-то рискую. Так, жираф. Сложивается компактность там. Машина поместится. А, уже надо выбирать, коляска или стульчик. Да, поместимся, будем тихо как-нибудь. Хватит с него воспитания, тут главное палку не перегнуть. Не-не, пускай еще денек посидит, понервничает. А я пока ездить нормально получилось. Ему явно нравится. Да.
Как скажешь, тебе с ним жить. Сейчас выйти. Да. Заводи. Сегодня у нас кролик. Мама приготовила кролика. Ну, Харе, ну, мои породы уже все снял.